Лето, похоже, закончилось. В Красноярске всю эту неделю будет лить дождь, а на этих выходных похолодает до плюс 9. Наш корреспондент Мария Терехина сегодня подробно изучила прогноз погоды на середину августа и говорит, теперь красноярцам с зонтом нужно ходить не только на улице, но и в гипермаркетах. В Красноярске всю эту неделю будет лить дождь, так уверяют синоптики. Самый полезный аксессуар в такую погоду – это что? Правильно, зонт. Его-то мы сейчас и идем выбирать. Так, ну требования к зонту какие? Чтобы был красивым, во-первых. Во-вторых, прочным, ну и, конечно, защищал от дождя. Расскажите, а как правильно протестировать зонт? На что нужно обращать внимание? Надо внутри обязательно посмотреть, внутри, что они были силиконовые, не алюминовые. Вот, допустим, здесь ткань очень хорошая, здесь 100% полиэстер идут, здесь ткань не промокает. Внутри качество полностью силиконовый, когда сильно ветер, здесь пяти не сломается, смотрите. Держите. Спасибо большое. Уже завтра без него никуда. Синоптики обещают во вторник ночью плюс 13, днем плюс 22 и дождь. В среду тоже будет моросить. В четверг и пятницу облачно, иногда пасмурно. Днем воздух прогреется до плюс 22. Метеорологи утверждают, что дождь будет только утром. Будем надеяться, что испытания дождем выдержат не только красноярские ливневки, но и общественные заведения. Так накануне затопило планету. Речь идет о крупном торговом центре. Это видео в социальной сети выложили очевидцы. Как рассказывают люди, град был здесь настолько сильным, что пробил крышу. На кадрах видно, как с потолка льется вода на головы посетителей. Люди визжат и разбегаются в панике. А эти кадры с Мичурина засняли камеры уличного видеонаблюдения. Водитель автомобиля ВАЗ несется со стороны Октябрьского моста. Дорога мокрая, машину закрутила, а затем выбросила на металлический разделитель полос, где автомобиль повис задними колесами. Так что, водители, будьте аккуратнее на дорогах, особенно в дождливую погоду. И прогноз на выходные. Сразу скажу, не особо порадует. Столбики термометра ползут все ниже и ниже. В субботу ночью всего плюс 11, днем прохладно, плюс 18, в воскресенье градусы такие. Плюс 9 ночью и днем плюс 18. И да, все выходные будет лить дождь. Похоже, август нас уже вовсю готовит к осени. Мария Терехина, Дмитрий Комаров, 7 канал.